but the Great Bridge is the only way to the Cathedral Ward. And during the hunt, the bridge is closed. You could try the aqueduct. There's a rather, how shall I put it, colorful area south of the Great Bridge. From there, an aqueduct leads to the Cathedral Ward. Not a place you'd normally want to visit, I don't imagine, yeah, do you? Not a place you'd not much.
wretched outsider, trying to fool my heavens. Wretch, try. It's so big and, oh, I mustn't. If you find my mum, it plays in a run. Mum's so silly. My mum wears, oh, it's so, oh, hey. My mum is, oh. Thank you.
Слышно меня? Алло. Сейчас я, секунду, пойду пасу ссать хочу, пиздец. Алло. Ну как, что? Ты что-то хотел или так просто? Что делаешь? Пиздец. Warframe ебашишь? Да. Столько контента появилось, капец. Все поменялось кардинально. То есть механики, блядь, все, формулы расчета урона, все поменяли. Очень много. Охуенно. Ну это неплохо, как для такой игры, это очень неплохо. То есть они, ну, и поменялось как бы в лучшую сторону, знаешь? То есть они скажут, что стало хуже, стало интереснее. А ты Bloodborne начал играть с ним, да? Ну, зашел, типа, босса одного убить, не знаю. На НГ. Я первый уже убил это дерево твое. Ой. Новая игра плюс? Да, на НГ плюс. А что там, сильно сложнее стало? Ну, я же говорю, я для первой половины игры перекача. В принципе, пока... Я дерево тут в первый раз убил, то есть мне пока похер. Сейчас мы посмотрим, как это выходит. С первого или не с первого, как раз дошел. Вот. Ну, с охотниками потяжелее, правило, всегда драться. Да и не играл уже сколько. Yeah!
чуть-чуть еще даже пофейлил, 6 бутылок использовали. Это же мало. Ну да, ну типа вообще можно стараться без урона. Я знаю, что... Ну да, это херня. Я так чисто понял, что двигаюсь практически от босса к боссу, чисто вот так спидрами практически. Блять, сука, эти бочки поменялись просто. Как его убивать? Потому что я уже там все собрал, вот на игре все прошел, практически вот так чисто. Один момент пропустил. Коронавирус. Very well, let me stand close. Farewell, good hope. Я даже молотого зря выставил на панель. Думал, буду молотого закидывать. Пиздец. Блять, что это такое, сука, не умерло? А, вот эта хуйня еще осталась, ёбаный. Я его ебошу, блять, а нет, не умирает, сука. Чё-то нога осталась. Я тут думаю, это холодно. Ты опять хочешь весь контент закрыть или что? Не, весь контент не, ну ты знаешь, мне интересно... Что, опять захотелось интересно играть или что? Мне интересно посмотреть то, что добавили. Для того, чтобы на это посмотреть, надо немножечко... Русский поменять и все остальное. То есть, там добавили очень крутых боссов. Я вообще такой механики нигде не видел, когда ты сам создаешь босса, с которым по факту ты будешь драться. То есть, я такого реально нигде не видел. То есть это вот, то есть ты сам выращиваешь как бы босса, плюс ты сам выбираешь, какие с него будут пушки тебе падать, понимаешь? Ну такое, в пое это уже хер знает сколько лет есть. Ну я просто, ну как бы шутер, это шутер. Да, я понял. Да, то есть если брать вот пое, да, это одно, это мышка, то есть а тут как бы шутер, механика реализована. Если того, как ты героем убиваешь моба, то есть у него там эффекты будут, там огонь, лед, да, токсины и все остальное. То есть на тех итемах, которые они снова. То есть если ты хочешь, допустим, чтобы у тебя была пушка, которая стреляет как сильно, надо выбирать варфрейма, который его убьет, чтобы у него был как бы синергия с токсином, там, чтобы он ядом бил, там есть такие варфреймы. Интересно. Я тут Bloodborne зашел, но думаю, блин, начать что-то новое, может, спайдика, ну, или резик тот же. Да какой варфреймчик? А я шучу. Не хочу. Там надо задротить. Ты уже вкачан, ты уже теперь насколько много. А это надо год ебашить его. Не, год ебашить это, ну, слишком сказано. Реально. Месяц нормальной игры,
тебя все, что надо, у тебя будет. То есть, ну, нормальный модпак, он... В основном, как сказать, ебашит. Все моды, по факту, я тебе дам, что надо. То есть, вот время, пойдем выпарним, блядь, за пару заходов того варфрейма, который там. Так, нравится. Хватит, все. Начинаешь, блядь, продавать. А что продавать? Сейчас, блядь, седьмая годовщина варфрейма. Пушки уже с катализаторами. Плюс у тебя PlayStation Boost, у тебя PlayStation Boost по синтезу, ты будешь прокачаться от реального. Типа за PS Plus, типа? Да, по PS Plus, который будет немножко гадами. Пилас начал пиарить, как ты думаешь? А что есть? А я тоже купил, кстати, себе. Я не знаю, я не люблю пить и играть. Уже как-то... Может, типа, ты подсказать не ваше, что поэтому? Если бы кто-то фарм, то, наверное, зашло бы. Ну, чисто фарм. Ну, варфрейм. Варфрейм и остальное, в общем, все это невозможно. Где? Вообще в ММОшку играть? Ну да, типа в ММОшку, когда ты на автомате все делаешь, чисто просто фармишь, да, там еще и зайдет. А вот мне что-то на сюжетки в такие как-то уже выпиваю и как-то уже не то. Почему? Ну сюжет воспринимаешь так, как типа, блядь, вы заебали, где? Блядь, мне экшен. Ты как, даже пропускаешь много всего, да, где экшен, типа, да, начинаешь. Хочу экшен. Хочешь экшен? Hello, Mr. Hunt. Still can't find my... Mom knows I'm really bright. I won't be afraid. Hello, Mr. Hunt. Still can't. Yes, Mom knows I'm really. I won't be afraid. Красный кровавый самоцвет. Ебашалова пошла, слышу. Когда ТикТок, когда... А что ты мне уже там в месседжах написал? Потом глянешь, это не строчки. Ты потом сам увидишь, что там подписано. Коронавирус, ебаный, сука. Короче, приходила что-то там одна... Ко мне сегодня сестра приходила, с подружками кино смотрели на телеке у меня. Там одна подруга говорит, что... Ну, у них как бы... Она работает в банке, да? Слышишь меня? Да, да, слышу. И получается... У них как бы карантин, ну вот они это выходят на работу пока что где-то до 23-24 апреля. То есть хотя как бы инфы еще официально нет в новостях, да? Так метро ж уже продлили до 13-го, то есть уже явно не до 3-го. Уже до 13-го. По-моему, да? До 13-го, да. Его. До 13-го, то есть плюс. То есть маршрут... это явно 3-го не закончится. Это, блядь, до конца реально апреля точно.
Да, то есть это бы такая вот хуйня, так что ты меня еще видишь с пакетом Глова, блядь, на самом деле. А, ну да, тебя же с работами. Ну да, то есть если мне еще скажут сидеть дома, ну, блядь. Ты таджик, большой бродяга, блядь. Я охуею, это слишком просто. Салам алейкум, брат. Да, блин, ну, кстати, да, это как вариант, реально. Ну, хотя ты ж, блядь, ты же и не зарегистрируешь сейчас, уж ничего не работаешь же тоже, по идее. Или работает ну, это? Ну, хуй его знает. Ну, я как бы, нет, я как бы за Глова я так образно говорю, я же не говорю, что должно быть Глова. Ну, да, это понятно. О, то есть, ну, блядь, сидеть, то есть я просто говорю о том, что я в любом случае буду искать себе какую-то еще занятость, потому что, ну, сидеть еще месяц, да, там, скажем, апрель без бабла, ну, как, там, или вообще на минималках, блядь, я ебал, честно. Я думаю, где-то можно будет что-то... Ну да, когда нет дохода, это херово, это нереально, ну, ты у кого есть возможность, там, у наших, почти у всех, когда ты с дома работаешь, то это, на самом деле, очень классно. Ну, да. На самом деле тяжело. Я вот сколько? 4 дня поработал. Первый день вообще не проебловал. Второй уже более-менее начал что-то. И в итоге в пятницу уже так втянулся немного, аж, блядь, заебался, если честно. Ну, херово. Угу. Дома работать не знаю. И то ли с непривычки, то ли что. Постоянно что-то отвлекает. Я вообще не представляю, как можно дома работать. Это реально, это херня. Тебя постоянно что-то отвлекает. Надо писателем быть, да. Тут телек, блядь, тут телефон что-то. Тут ПС уже манит тебя включить. Тут, короче, ну, короче, это реально, это надо себя реально настраивать жестко, что вот есть рабочее время, рабочие часы, все, типа, никуда, ничего, и тогда и ебашишь. Вроде, ну, я думаю, что в следующей неделе должно получше быть. А, у нас же еще был созвон же, типа, с менеджерами в пятницу, там, нам понарассказывали, я же писал, что закупили, типа, тестов, блядь, какого-то хуя, нахуя я просто не пойму, типа. Каких тестов? Тестов на проверку, типа, коронавируса, на диагностику компания саму закупила. Саму работу? Да. Ну, а то есть компания. Будет? Ебу, они не говорили у кого, просто сказали, что купили. Ну, только не могу понять, блядь, а, ну, типа, это что, частно можно проверять или что? Что это за тесты, блядь? Если есть, они, типа... Согласен. Ну, хотя, типа, сейчас их хер, наверное, где-то и найдешь, даже так проверят. Мне там один долбоёб писал в инсте, ну, как сказать, то есть я как бы его об этом не просил, я просто пощу шутки про коронавирус. Он мне пишет, а вот у нас кто-то договорился с Джеком Ма, и в Украину привезут 1 миллион тестов. Думаю, ну, блядь, окей, охуенно, мне нахуй это знать, блядь. Типа, пошел нахуй, понял? Ну, я пишу. Ну, типа, я хера знаю, что вообще будет, блядь. Стрёмно что-то как-то стало. Мне стрёмно только из-за экономической ситуации, потому что, ну, блядь, у нас не та страна, которая, блядь, в Америке дают 1 триллион долларов, блядь, на компенсацию бизнеса и все такое. 1 триллион, сука, долларов. Блядь, а у нас выделили, ебать, на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен, ебать. Охуенно. Просто охуенно. А сейчас еще взять этот, как он называется, блядь. Как его взять, блядь? То, что там ФОПы могут налоги вроде не платить, я читал, да? Ну, типа, да. То, Коля говорил, за кредиты, типа, тоже. Да, то есть сейчас еще пойдут как бы убытки от этого. Потом хуй кто-то где-то возьмет бабла, кроме как нищий, блядь. То есть откуда они будут бабло брать? Я в душе не ебу, честно. Просто в душе не ебу. Те люди, у которых были там рестораны и все такое, ну, блядь, в лучшем случае когда-то восстановятся через полгодика, блядь, понимаешь? Да, блядь, хуйня, короче, будет, блядь. И с бюджетниками начнутся проблемы 100%, потому что, блядь, ну, медикам за бабки надо, блядь. А чтобы эти бабки же, блядь, или печатать два варианта, чтобы инфляция будет. Или еще какая-то хуйня. Там, блядь, пиздец, просто. Это охуеваюсь, это ниша будет. Ну, блин, это не мне этим вопросом заниматься, просто я знаю, что оно меня коснется экономически тоже. Я уже так понимаю, что в следующем году я же планировал как бы с этого месяца уже работать, с марта, то есть, ну, да. И бабки копить, и в следующем году а себе даже хуйня, новый мотоцикл купить. Затянулось. То есть, я себе планировал в следующем году тратить 110.
Он там 5000 долларов стоит. Ну, ну, короче, он это малокубовый BMW. То есть, блядь, хуй. Уже хуй, реально обидно, блядь. То есть не из-за того, что там работы нет или еще что-то, а из-за того именно, что ебаная ситуация экономическая в мире очень сильно поменялась. Сейчас сейчас, короче, все будут в убытках охуенных. Америка сама себе поможет, Украина, блядь, хуй соснет, типа, в плане власти. Охуенно они соснут хуй. Я вообще не убедусь со своей хуй. Подумай, там, где какой там зараз хочешь, но я не убедусь, если их оттуда, ну, скажем, блядь, Порошенко. Каким-то образом там все, блядь, завершили заказ, а куда мне это скатывало. Погнали дальше. Голосование отменено, сука, следующее. Попортируйте протокол. Не ебать, ну ладно. Пообщался с типом, который, ну, с которым Warframe играл. Старых друзей поднимал, я смотрю уже. Ну да, типа, по, ну, то есть он все время играет, я у него поспрашивал, что и как. В общем, говорит, ну, в Warframe у него все заебись. Историю такую рассказал смешную, он же тоже там сколько, около тридцатки. И чё он этот рассказывает? Он же там ищет продукты, там мафия, блядь, ну, всех этих хуйня, понял? Просто он типа как бы стал отношения, там девушка вся дела. Нашел какую-то подругу, начал с ней общаться. Ну там поебали, все дела, потом живут дальше, что-то там тоже общается. И общается как бы в этой хуйне с другими подругами, тоже переписывается. Ему какая-то пишет девушка, ну тоже неизвестная. Ну. Сейчас. Ему какая-то пишет девушка неизвестная, я там даже без встречи. Пару дней там попереписывались, и она как бы ему говорит, давай ебаться. Ну, он мне говорит, ну, типа, Боня, ты хоть раз у тебя в жизни было, что тебе сама девушка писала, давай ебаться. Значит, какой-то подвох есть однозначно. Ну да. Однозначно какой-то подвох. Он же, ну, как у меня, по идее, заебаться. Да, блин. Это же далеко не протестил. Видишь, он тоже не протестил, но следующим образом он протестил. Он говорит, ну ладно, давай, хорошо, договорились с тренером, он адрес ему дал, там час назад. Он на своей машине, она спрашивает, а с кем ты будешь? Он говорит, у меня тут крыльцо. Машина приезжает туда. Ну, дом есть, там никого нет. В лучшем случае там а, он сказал с другом, он поехал сам, типа, да? Ну да, да. Угу. Приезжает машина. Так где он живет, подожди, в каком городе? Он вообще в Казани живет. А, понятно. Да, то есть это Россия, Казань. Получается, приезжает машина, открывается окно, а там...
которой он до этого что-то общался. И она говорит ему, я думала, что ты... Мы же просто общаемся. Чё, я знал, что это какой-то прикол, и захотел этого прикола пробовать. Ну, в итоге... Он посмеялся, она там, хуй его знает, тоже. Люди же не маленькие, что это не... Ну, блядь, это не новость, на самом деле. Я такое тоже слышал. Да. Не, ну просто, это, ну, блядь, произошло что-то. Я тоже слышал, но... Пабликом хуёвых. А так, понимаешь? Тут реальная история человека, который сам есть. Просто пообщались. Ну да, это бред. Ладно, типа, встречались, то это окей. Еще как-то можно понять, такой хуйней заниматься. Да. В итоге, ну, он так подумал, блядь, если сейчас такая хуйня, то что будет, когда они начнут, ну, общаться нормально, скажем. Ну, потом прошел месяц, она ему пишет что-то. Я за это про тебя думаю, давай общался, он говорит, мне нихуя. И сейчас какой-то другой девушкой уже общается. Че, лаги? Да, бля, тут пинг большой. 300. Еще с какими-то нубами, блядь, ебаная с ними. Да ну нахер, 300 пинг это хера играть в шутер. Да, я ебал, бля, как я на миссии делаю. Лёха, Думчик вроде в Destiny. Пассажир. Сейчас надо свой транспорт построить, иначе нихуя не будет в этой жизни, я тебе говорю, потому что эти люди, он, Коля скинул мужика, дали пизды в автобусе, нахуя, блядь, я хуею. Я на самом деле не понимаю этих людей, блядь, сказали нахуй, никуда не ездят, блядь, куда они едут, блядь, вот тут я бы расстрелил бы нахуй, блядь, на самом деле. Ну, я как бы тоже, я не хочу, блядь, там торговать жизнями. Есть такие неотложные дела, там, блядь, надо маме привезти. Ну вызови такси, езди на такси, блядь. Я вот только сейчас понимаю, насколько важно транспортное средство. В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом. О, охуенно, блядь. Пошла жара. Сегодня, да? Все, пиздец, он уже здесь, блядь. Уже, пошла, видишь, жара, блядь. То, что типа он только идет, это хуйня, он уже здесь. Надо просто, блядь, стараться реально, блядь, не лазить нигде, блядь, потому что это пиздец. Пошла жара. Сегодня получили лабораторное подтверждение теста двух женщин 29 и 39 лет и 5 мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19, 8 киевлян были инфицированы в европейских странах, преимущественно во Франции и Германии, 2 случая местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.
Из приехали, 10... сука, из Франции сюда, потому что Зеленский пидор повертається додому, да, сука, лох. Из 10 больных 5 лечатся в Александрийской клинической больнице столицы, остальные 5 находятся на самоизоляции и получают лечение дома по наблюдению врачей. Блядь, пизда, короче. Пизда, провал, это реально это пизда. Провал, блядь, приезжают, ебать, из Франции, от нахуя их пускать, я не знаю, поселите. Там же вирус, он инкубационный период, сука, говорили, 19-20 дней, они 2 недели, что 2 недели? Дебилы, понимаешь, я вот вахую. Пиздец, я не понимаю этих людей. Власть, которая сейчас все проебет, блядь. Как ты будешь в этой стране жить, блядь? Я даже не знаю, к чему это все идет, потому что... Я тоже не знаю. Блядь, ты же уже скидывал. Новое, так посмотри, блядь, уже наконец-то, если я тебе уже второй раз скидываю. Зайди в этот паблик, да? Что тебе, блядь, лень посмотреть? 4.07. Я типа там это, там ссылка, там... Я ж тебе скидывал кино Кандалай. Да. Я не знал, что у него такая песня. Да, пельмешек, это... пельмешек такой. Да, блядь, не знаю. Голова влезет. Шо, шо влезет? Голова. Ага. Не, на самом деле еще ни разу не сдох на МГ. Плюс. По-моему. Бля, что какая-то миссия скучная. You're a beast. I love prot. Sir, why? Take this to sell it. Beast. There must go. Well, and what it in it put. As you know what had it. I bid you may. There must go. As you know what had if you see. Well, and what it in but to, and it's unput oh. I bid you may. Переделали охуенно вообще. Что это значит? Это такая дополнительная херня для того, чтобы летать по локации. У меня есть очень сильное управление. Все остальное.
какой-то я мощный. Сам себя хвалит. А ты просто не понимаешь, ты летаешь на такой хуйне там, Арчин, где вызываешь... Это очень классно выглядит. Рискнуло, сука, голову вообще. Приближаются ракеты. Вообще самого себя хранить это очень полезно. Это залог, что ты там не будешь интересен. Опа, я уже наразился. Кинул пацанам тоже, да, который тогда скинул. Какой это лайвер? Бабан, да.
будешь смотреть за тем, что Тань. Они еще до хера не пересмотрены. Фильм, видоизмененный углерод тоже еще. Ты еще второй сезон не смотрел? Я первый еще не смотрел. Ой, блядь, вот это ты, конечно, слово пол. Не, ну я недавно только, ну, слышал это давно, но просто качал вчера. Не, ну, вот действительно первый сезон, он хорош. Второй вот это такое. Вот интересно. Взяли этого актера с кладенького, блядь, негра, ебать. Угу. Ну, он реально не катит, просто ты просто потом поймешь, ты сам убедишься, я как бы не люблю спойлерить, да, там, как ты это делаешь. Я? Спойлерить? Я шучу. Ну да, если ты когда-то уже ебашил нормально, то... Да, то все, ты уже будешь всегда так ебашить. Я же захватил всю концерт, да. Она хоть безумно несет.
Опять душить есть... меня сейчас будешь, блядь? Как душить? Напьется, блядь, и душит потом, что-то рассказывает, как все хуёво. Когда я рассказывал, что все хуёво? Да на презентации PS. На презентации PlayStation реально было все хуёво. Ну, когда я рассказывал, когда все хуёво, говорил. Да, когда реально было все хуёво. Дальше хорошо, никогда не было все хуёво. Я реалист, понимаешь? Все вот эти замыслы, когда я говорю, что это было просто провал, оно было скучно. Не, ну да, ну на самом деле просто это типа было для разрабов больше, это не было как презентация, типа, надо немного по-другому думать. И на самом деле те же разработчики сказали, что наоборот, как бы PS, она гораздо мощнее, чем Xbox так-то. За счет SSD он реально очень сильно быстрый. Просто мы не понимаем этого, мы пока не считаем, потому что нам не дают. Ее пользовать и так далее. Я надеюсь, что это правда и что... Что она реально будет... вот эти вот два раза SSD, он реально делает ее мощнее, даже с учетом того, что у него там меньше терафлопс. А с другой стороны, вообще, я тоже читал, и вообще, это тоже здравая мысль. Mm-hmm. На самом деле, типа, до там той же PS4 Pro, к примеру, всем было похер, сколько там терафлопс, что там внутри и так далее. Есть консоль, есть игра. Ты запускаешь, не надо никаких ни драйверов, ни настроек настраивать, оно все идет, тебе похер абсолютно. А Sony, по-моему, вот опять-таки на этом, на PS4 Pro задали опять-таки вот эту тенденцию, то, что надо уже там озвучить технические характеристики и так далее. То есть сама концепция консоли уже типа пропала, понял? Типа уже... Uh-huh. Как с ПК сравнялись, потому что это же ПК больше такие типа дрочеры на характеристики и так далее. И консоль там всегда похер было насчет этого. Как бы графон хуже, чем в этом году, уже не будет. То есть хуже, чем на PlayStation Pro, никак не будет. Будет лучше. В любом случае. Понятно. То есть если PlayStation 4... 4 этого... прошли, 4 терафлопса, да? Я не помню, сколько там. Да, где-то 4. То новый PS4 соответственно. Xbox 12. Будет презентация с дизайном, с дизайном, будет презентация с...
Главное, заранее какого-то... О, вот это будет сегодня скинуть. Видел, если я скинул, то изыграл. Мотоцикл уже пиздец, 38 стоит с чем-то, почти 39. А ты покупал за сколько? За 32. Ну, блядь, честно, свобода для сети. Это да. И тут даже дело не в этом мотоцикле, а просто дело в том, что я наконец-то съебался с этой силой, и мне стало это повторять. У пацанов там тоже ситуация не ахти, там же есть типа офицеры, они должны переводить людей кандидатов, то есть функции рекрутера еще исполняют, то есть не HR-ов, а рекрутеров, да? Рекрутеров. А никто не ходит. Рекрутеров. Ну, извини, пожалуйста, я поставил английский акцент. Ну да, ты, я понял, да, Амперинтермедиат дает о себе знать, как бы, да. Сложно его удержать. Ты должен понимать уровень, да. И знание русского языка. Когда ты постоянно общаешься, да, на уровне Upper Intermediate, потом переключиться на русский. Очень 50% British. Очень hard, я так бы сказал бы, да. 30% Very, very, very hard. Ладно, если без шуток, ну, я надеюсь, что ты понимаешь, что я человек, который не особо парится за произношение. Я вообще заставляю за людьми право, блядь, не говорить так, как они хотят. Да, не так, как Жминько, конечно, но... Ой, блядь, ну Ника! Сейчас будет... Да она прилетела там, где стоят ракушки, сейчас побьет еще ракушки. Ты ее выпустил, летает или что? Да, она летает сейчас целыми днями. Блядь, Ника, ну что ты... Шо? Не, Ника. Шо? Ника. Блядь, я ракушку купил в Одессе, охуенная. Она их ногами бьет. Я ж себе заказывал очки. Кстати, очки вообще на халяву просто получил.
Что, ты здесь еще? Да. Бля, что на скилл не юзает? Самое печальное, что некоторые моменты надо специально умирать, чтобы тебя по сюжету типа кинуло, понял? Угу. И вот у меня сейчас этот момент был, когда я ни разу не умирал, но тут мне надо умереть, чтобы продвинуться по сюжету. Сюжет строится, я так и не понял, то, что там сюжет. Ну тут так такого сюжета по сути нет, если так да. говорить. Ну, сам игровой мир строится на том, что ты как бы попадаешь в какое-то чистилище. Да. Ну, типа сон, тебе... да. Это типа... А, это сон, типа, да? Да. Это сон, кошмар, так называется. Ну, тут на этом очень много чего завязано, типа, да. Почему это сон, почему это кошмар? Чего ты тут находишься? Причем тут кровь вообще и так далее. То есть, угу. Тут в этом есть. Где, блядь, у меня эта церковная одежда, ёбать? Oh, you've got this. I have you can. Shut. Thank you. I was there for many others. Тут на самом деле очень сложно его понять, то есть без дополнительных каких-то видосов, разъяснений, типа разборов, очень сложно. So, ну, то есть еще роль играет, как я понимаю, здесь это больная фантазия фанов этой игры, потому что нет, это все расписано. Да, но отчасти фантазия, но нет, на самом деле много чего подтверждено, просто именно саму вникнуть очень сложно, ни раз, ни два ее пройти, чтобы понять, типа. На самом деле очень много чего подтверждено, оно все связывается, типа, и когда ты смотришь уже, типа, разбор полный там, и ты понимаешь, ты связываешь это, и оно, типа... не отличается, оно, в принципе, у всех всегда одинаково, то есть оно связано. То есть есть подтвержденный канон, типа, вот это. Просто чтобы это понять, то не всегда одного раза пройти игру хватает. Тем более даже тем, кто не читает, ни хера просто тупо пушит, это вообще нереально. Я даже вот все читал, и то очень сложно. То есть тебе рассказывается все не только там персонажами, NPC, которых там очень мало делают, типа, а рассказывается предметами, рассказывается письмами, короче, записками игроков, засада. Нет, записки — это херня, окружением, типа, декорациями, потом изменением времени суток тоже очень играет роль. То есть когда ты заходишь, то есть типа как бы вечером, такой ранний вечер, потом убиваешь пару боссов по сюжету, продвигаясь, начинается такой поздний вечер, потом ночь наступает. И к концу игры это утро, то есть ты проходишь, ты прочувствуешь это все. Ага. Оно очень все взаимосвязано, и типа, ну, короче, да. То есть это тот случай, когда реально важен мир сам. Да. А именно, да. То есть это реально как сон, то есть ты типа спишь, а потом под конец ты должен проснуться. Ну понятно, выбор концовок есть, типа. Ну, они типа глобально там ничего не отличаются, но разница есть. Там тебе дают выбор, что ты можешь сделать. Ну, и смотря как ты типа проходил, выполнял ли ты условия там определенные для... Ну ты уже прошел, я знаю, там одна концовка — убить старого деда и уже пожертвовать собой. Ну да, типа это... Ты что сделал? Я убил его. Я тоже бы его убил, если бы я убил Илья. Там нет, там просто есть прикол, что там еще до этого есть, если ты три прикола находишь одни, ты их схаваешь перед боем с дедом, то после деда у тебя еще один босс финальный появляется. Самый еще самый финальный, который якобы руководит этим сном всем, то есть понял? Угу. Из-за которого практически все есть. Самый великий, который, ну, великий — это типа раз, это определенно. Его реально убить, да? Ну да. Ну как бы он вылазит, он типа понимает, что ты типа понял все, что ты убил деда, что ты типа не сдался, и он типа хочет тебя кокнуть. А тут не тут-то было, ты его сам кокаешь, и ты, короче... Ну это спойлер, в принципе, даже по ахилке ты уже понял, наверное, ты сам становишься потом этим великим. Вот и все. То есть тут реально нет хэппи-эндов, то есть типа комплекс лаборно продолжается, да? Все циклично, то есть полностью так. Он продолжается, он просто заново возродится в него и все.
То есть новая игра плюс начинается тем же персонажем или да? Да, ну то есть одинаково. Начинается с того же места, вот, там ничего нет. Просто ты можешь типа разные другие ветки уже проходить, там NPC-квесты, типа другую концовку сделать, типа в этом плане уже, понял? Угу. То есть смотреть другие диалоги, когда ты будешь делать не то, что делал в первом прохождении. Концу, когда ты можешь отдаться деду, то есть якобы проснешься, ну типа да, типа он тебя убивает, ты типа просыпаешься якобы просто от этого сна, ну типа в реальный мир, а сон продолжает существовать, ну в этом плане. Вторая концовка — это ты типа его убиваешь просто и становишься сам этим дедом, садишься на коляску типа и тоже, короче, руководишь, других охотников принимаешь, и так же. А это дед, который вот в лобби сидел. Да. Третья концовка — это, ну, самая сложная, самая типа считается правильная, это вот когда ты спавнишь типа финального босса, самого последнего. И четвертую не помню. Ну, считается самая правильная, да, я бы сказал, вот это вот, которую я якобы сделал, потому что ее очень сложно типа сделать. Я знал, что нужно ее делать, да. Ну как бы просто я раньше очень давно стримы, поэтому это немного расстраивало, потому что я как бы знал практически всех боссов, помнил. То есть для меня не было таких вау-эффектов, знаешь, когда ты бежишь, я знал, где он начнет, босс, к примеру, я знал, что он примерно будет делать. Типа вот эти два моба меня просто, помню, при первом прохождении меня просто взъебали настолько, что я хотел, блядь, геймпад разбить. И они меня сейчас и убили на NG+. Они ёбнутые, эти два моба стоят вместе, блядь. И одного нельзя выйти. Что я просто...
она сейчас будет отдохнуться спокойно. Вот Эмпас у меня супер успокаивает. О, вот 1500 врагов надо убить. Вот это я понимаю. Ну что, готов ебошить? Понимаю. Понимаю. Этот босс тоже должен быть достаточно сильный, потому что такая проблема первого дня. Все-таки, блядь, застрял, потому что ебаный, блядь, рельеф ебаный. Сейчас бы, блядь, в дереве застрять. Что, застрял, вырвал? Там, да. Вернуться туда, вот или 10, типа, типа, вопрос, что, блядь, застрелёшь где-то, типа, какой-то камень, отгробье, блядь, или дерево, и ты, типа, не можешь вернуться. Ну, это, типа, две сарины. Да идите на, три сарины, ну вы чё, ёбнули? Thank you.
Хорошо, он убил. Красава. Снова, сука, 10 целей. Пизда, заебали. Well, how did you get in here? It's no matter. What brings you to old Yharnam? I've no interest in matters further up. But you must not disturb this place. The beasts do not venture above and mean no harm to anyone. If you still insist on hunting them, then I will hunt you first. You understand me? Yes, very good. I no longer dream, but I was once a hunter too. There's nothing more horrific than a hunt. In case you fail to realize, the things you hunt, they're not beasts. They're people. One day you will see. It's time you got going. But first, a farewell gift. I have no use for it anyway. What is it? Go! You have the whole night. What is it? Go! You have the whole night. Чаром она вирусом заражает мобов. Так печально становится, когда вижу, что заражено ноль и идет спад вируса. Блядь, ну как это? Хочу заражать. Так сам так же и вирус, короче, все это видит. Что? Что, коронавирус только зожником берет? Нет. Я не читал, я скинул ссылочку в чат, что 85% зараженных это зожники. То есть люди прокуренные, спитые, то есть. Ну как бы я вирус тоже логически понимаю, то есть нахуя ему размножаться в организме, который помоет, правильно? Ты вот не будешь жить на пляже, на котором нас. Ты выберешь ну, да.
Логично. Так же и вирус этот, это все ебаная жизнь. Я всегда себе выбирают идеальную среду. Идеальная среда — это зоопарк, который никогда не курил, никогда, блядь, в рот не брал воду. Это мой, блядь, начинается хуяно. Так, 325 врагов я уже... Что-то еще 200 осталось. Нормальненько, так нормальненько я сказал. Какие-то бесятся уже, капец. Вот нельзя их пропускать, блядь. Лишь они начинают отпрыгать. Честное слово. Начинают дуреть, блядь, типа все, это же моя территория, пошли люди нахуй. Вот, засирают, все. Яна пустили в Украину? Это вроде да, он же там писал, что пришлось кормить, бля, сушами или что он там выставлял. А, выставлял по границам? Ну да. Что, не, так он, стоп, он выставлял фотку, вроде он сам это хавал. Не, там же контекст, я понял, типа пришлось откупаться или что-то вот этим, или что-то там было написано. Ага, я просто так дочитал, типа, что это он хавал, пока... Баны, да конечно. Ну я понимаю. Это чисто вот это подарочный пистолет.
пачками, блядь. 1000 мобов осталось. Ты будешь удивлен, как быстро я их убью вообще. Давай, удиви меня. Сёк. 20.59, ну ладно, 21 ровно, давай. Я врываюсь, мне похоже. Всё, пошла жара, я уже начинаю убивать. Они уже заражены. Убивает мою блять заражение. Хера себе, карта хуёвая попалась, блядь. За лука какая-то дикина, даже не могу держать несу. Прима бафу. Так, 150 мобов убил. Ну, я сейчас карта будет лучше, буду лучше. Может, вообще не дело с этой картой. Ну да, здесь карта уже получше. You! Or an outsider who's come to join the army? You what? You and step away from my... What, you think this is fun? Well, I certainly don't. I'll have nothing to do with your beast stuff. What's this I heard you told that wench about some shelter. Well, she's a damn fool to trust an outsider. Know why? Well, her sort's probably just fixing. all right. Look, you think I'm an easy mark. What? Here on you, you...
and splendid. You'll soon after then tell them to seek upon this sickness this time the night. I'll even offer a reward for your quell. If you find anyone, you can assure, please. If you find, you can assure, please. Еще одна карта хуже, чем все, что было до этого. Это все равно быстро как-то фармится. Ну быстро, так просто знаешь, надо ж быть таким задром, как я, чтобы знать, кого ты убиваешь. Ладно. Не, тут что-то они тоже хорошо начались. 600 more she, well, only now and then, and she don't, but she's a kind one. And I was sort of hoping that I'd never been any use to anyone, you see. Just, if you find it, see. Oh, hello, dear. You weren't, thank you, I mean. I'd like to tender my thanks, but I haven't all I can give. But would you even? Oh, you, I'm sorry. Unless... Oh, girl, come close, dear. I knew you'd be back. Oh, hello. Sorry, I'm only so much. On folks, yeah, fine. Come on, show me what you got. Yeah, sorry, too sharp for that bollocks. Outsiders. Thank you.
Praise you. And then the best of our cards here. Осталось, типа? Вот это челлендж, блядь, во время коронавируса. Сколько надо времени, чтобы быть, чтобы бить челлендж? Ну да. Made it here safe, and this place is a haven now for so many. I don't suppose there's anybody out there worth saving anymore, but you did all you could. Amazing, really. Not because mate, you've made life easy. If when the night of the hunt passes, now. Блять, ты не знаешь, какого хуя Америка выделит 1 trillion долларов в помощь экономике и борьбу с коронавирусом, а Украина только с коронавирусом. Не знаю. Понимаешь разницу? Один ебаный миллион долларов. 100 миллионов долларов. Блядь, Юлиана, кто будет компенсировать всю эту хуйню? She despises the saint for having what she doesn't. Bloody wench, they should have moved her on ages ago. I'll spare you one nugget, beware. There the beggar sits at the bottom of the bloody food chain. And then he's here acting like he owns the place. He's not to be trusted. What's he want with all those people anyway? That little weasel has a murky past, I'm telling you. I've no time for your petty lies. What? Just I can't stand the stick. Это последний портал. 13 минут, короче, 15 минут, я думаю, уложусь.
сам себя хвалит, сам игру хвалит. Какие-то типа челленджи выполняются? Короче, есть типа сезон, но не сезон. А то пас. То, что мне не кажется, смысла надо брать еще. За выполнение всех этих челленджей очень неплохие скины дают. Это контракт, который был в прошлый раз. Когда я еще играл, он был.
bad pack. Блядь, он еще попал, урод. Так, конечно, с оружием вообще, блядь, беда. Беда с башкой, блядь, дурку с оружием. Там сзади что происходит? Сражаюсь, ничего себе. Надо отойти.
Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave.
What a mess you've been here. Prepare your... There are no humans still lingering about what's wrong. No. What are you still doing in a... What are you... The Healing Church and the Blood Minister were once guardians of the hunter. In the times of the hunter, Ludwig, they worked and forged weapons in their unique workshop. Today, most ministers don't recall the hunters, but they have much to offer you. And so, heed the message, ascend. Ascend from there. Ascend from there. Aren't up. And